Такая погода у нас сегодня. Снежок выпал, морозец. Красота, морозец, солнышко. Самое оно. Покажу вам свою красоту. Вот кто меня не знает, подумает, живет в деревне. Нет, живу в городе. И вот такой обзор у меня. Вот представляете, как в деревне. Всем здоров! И снова с вами канал Любашны Будни. Ой, Ульяша ушла с папой только что, а я здесь с дедом. Он меня шуршить, дела делает, хлопочет. Показывать его я не буду. Толяна своего. Кофеек хочу попить, как обычно. У меня мой влог без кофе не начинается. Кто смотрит, они уже знают. Настроение у меня 50 на 50. Обманывать вас я не буду. И хорошее, и нехорошее, не знаю. Сейчас мой ненаглядный кофе возьму. Толик, ты чайник грел? Грел, хорошо. Сейчас наведу себе кофеечек. Ой, маленько убралась, но кухню еще не убирала. Надо на кухню убрать, посуду разобрать и полы помыть. Я так вот тряпки разобрала, какие Ульян раскидывает. Пропылесосил, пыль протерла, но полы пока еще не мыла. И на кухне тоже пока не убиралась. Толяну не мешаю. Он у меня делает, кабель там отошел от стены. Ульяшка отрывает, ходит, цепляет. Ну, не только Ульяшка, она и я цепляю, хожу в спальне. Он на стене, кровать длинная, и вечно цепляемся. Вот он там укрепляет. Так, что мне надо-то? Молока. Молочка. Ой, в холодильнике нету. Возьмем. Что на запасе? Что? Сверло короткое. Давайте я покажу, где просверлить. Короткое сверло, говорю, на Да плите. походи, ты только мат не ругайся, я снимаю, но тебя не видно. Вот здесь, вот я думаю, если вот здесь просверлить, вот отсюда. Здесь зачем трогать? А именно вот. Получится? Учу. Дед своего. Не бойся, тебя не видно. Ну, хоть Толян у меня голосок подал. Молодец. Привыкает мой мальчик к камере. Ой, а чего бояться? Ой, блин. На ски. Нож стоит, штатив. Не могу поставить. Так, молочка. Молочка, молочка. Учу, хожу деда, да, уму-разуму. Без меня он не справится. Где надо, я могу и наказать его, и по жопе надавать, и в угол поставить. Только так. По-другому никак, а то расслабиться. А я Любки-то строгая. Ой, чтобы меня было видно. Ой. Ой. Беда, в холодильнике бардачина. Видали, сколько здесь всего, всякой всячины, фрукты. Ой, мясо. Наготовила. И все никак не сожрем. Ой. Голова чуть болит. Не знаю. Чего она болит? Не пью нифига, вот и болит. Наверное, пить надо начинать, чтобы ни голова, ничего не болело. Ох, хулиганка я, однако. Сейчас свет выключим, пойдем с вами к залу.
кофеечек попью, немножко с вами потрещу. Ой, у меня тут дед уже на зале. Ну ладно. Там кино идет. Ой, тени исчезают в полдень. Включила. Ой, вот сюда на кресло сяду. Толян сбежал. Прям михом. Любки пришла с камерой. Удрал. Ой, жарко. Халат на мне махровый. Ой, жарко, Любки. Ой, посидеть маленечко. Всем приятно кофе пить, кто со мной кофеек пьет. Сейчас попозже пойду в магазин схожу. Мусор надо вынести. И немножко хоть освежиться. А то что-то голова болит. На улицу выйдешь, все равно как подышишь. А сейчас морозец. Мне кажется, будет прям не так хорошо. Ульяшка сейчас пошла с папой. Тоже убряктала ее потеплей. Хоть одела носочки шерстяные. А то она колготки одевает, а носки вообще не любит одевать. А это прям безо всяких. В гости поехали. К Верочке. К прабабушке. Она у нас молодая, Верочка-то. Ой. Верунчик наш. Жарко. Ой, жарко, жарко. Сейчас будет сверлить. Кабель надо протянуть. А то сделали сразу мы как-то не по-человечески. А начинаешь дверь открывать, закрывать. И цепляет кабель. И боюсь как. А то что-нибудь перегнется, сломается. Заново протягивать кабель, тянуть. Будет еще больше геморроя. А это он сейчас, как он называется, коробку просверлит. И протянет его там. И красота. И ничего мешаться не будет. Вот. Дела делаем. Приехал вот с рейса. И бегом дела делать. Но я его даже не заставляла. Он сам стал... эту, как, крепить. Потом покажу, короче, что крепила. Хотя, может, сейчас покажу. Ты там не в спальне? О, сейчас покажу. Что ж я должна вам показать-то. Вот эту штучку, вот. Болтыхалась. Ходим, вот, кровать-то, вот она. Как вам показать свой бардак в спальне? Кровать, вот как раз эта штука. Ой, и постоянно цепляем. Спальня, кстати, тоже еще пока не убирала. Потому что у меня там Толян работал. Ой, да я толком еще не убирала. Говорю, пыль протерла, да пропылесосила. А здесь надо зеркала протереть. Это не протирал. И полы помыть. И на кухне убрать. Можно сказать, что еще и не убиралась. Ох. Так вот, говорю, куча вещей. Ульяш-то наиграется, раскидывает. Собрала эту кучу. Куча мала. Вот на камеру прям вот плохо видно цвет волос. А так прям мне так нравится, как окрасилась. Надо еще купить такой же цвет. Светло-рыжий. И покрашусь, когда коренюшки отрастут, седина вылезет. И тогда покрашу волосы. Ладно, мои хорошие. А то Толян ждет, чтобы сверлить. Не хочет тоже шум наводить. Я ж снимаю. Будем дальше дела делать. Ой. Раз сейчас просверлит, опять придется мне пылесосить. Ну, ничего страшного. Ладно, всем пока. Хорошее настроение. До новых встреч.